Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Наталья. И сегодняшний короткий обзор по аксессуарам, которые сейчас идет акция активности у нас в каталоге. Я в своем заказе получила вот такой шикарный зонт. Посмотрите. Вот с такой эмблемой. Здесь написано «Спасем планету». Этот зонт изготовлен из перерабатываемых материалов. Маленький мини-зонт, на нем и написано, я сначала достала, посмотрела, да, такой интересный, компактный. И действительно на нем написано мини-зонт. Идет он в таком чехле. Вот она сама, как раз и бирочка информации, мини-зонт для защиты от атмосферных осадков, механический. В 5 сложений. Вот она, эта эмблемка «Спасем планету». Смотрите, в закрытом состоянии, в закрытом виде, этот зонтик у нас всего 20 сантиметров. То есть он настолько компактный, что войдет в любую сумочку, да, дамскую. У него защитный чехол, вот он. Ну и сам вот он малепусенький. Он механический, но раскрывается он большой. Итак, вот раскрыли мы его веером. Посмотрите, вот такая вот штучка получается. Теперь легким движением руки зонт у нас превращается, собственно говоря, в зонт. Вот он. Раз, два, три, четыре, пять. И открываем его, да, я иду искать. Панс. И вот такой вот шикарный получился зонт. Посмотрите, он действительно большой. Как бы мне сейчас его в объеме показать. Большой. О, замерила. Ну, где-то 80 сантиметров. Да? Окружность у него получается 80 сантиметров. Шикарный двухсторонний зонтик. Такой здесь черный классический. А здесь такой яркий. Вы знаете, он с каким-то даже блеском таким вот красивым. Блеск у него. Красивый цвет, не вырви глаз, не какой-то там кислотных цветов, а такой красивый небесного цвета зонтик. В общем-то, очень даже красиво. Кто не успел, девчата, еще поучаствовать в этой акции, обязательно поучаствуйте. Смотрите условия на сайте. Зонтики идут только для зарегистрированных партнеров бренда Oriflame, поэтому очень хорошая возможность приобрести себе зонтик всего за 199 рублей. За копейки. Но зонтиков много, как мы понимаем, не бывает. Ну и вот как застежку вам показывать, она черная. Здесь вот такая кнопочка, ее нажимаешь, и он, собственно говоря, складывается. Получается вот такой вот малепусенького вот такого вот формата. Надеюсь, я вам была полезна. Увидели зонтик. До новых встреч. Пишите в комментариях, какой вы себе цвет выбрали. Там есть выбор цветов. Делитесь своим мнением о зонтике. До новых встреч. Пока-пока.